Привет, мои дорогие. Вот у меня выдалась свободная минутка. Скоро мы уже будем собираться одеваться в ресторан. И я решила быстренько снять небольшие такие хвасты, совершенно коротенькие. Сейчас я вам быстренько покажу, что это. Вот такая брошка. Крупная, не мелкая. Это не серебро. Хозяйка сказала, что эта брошь куплена в Италии, что это посеребрение. Не знаю, насчет посеребрения я сомневаюсь. Но брошь очень красивая, не мелкая. Я буду носить ее с черным платьем своим, со сваровски сережками. Я думаю, будет очень хорошо. Так, минутку сережки покажу. А вот с этими серьгами Сваровски. Но это так, гипотетически, потому что это надо еще примерить, посмотреть. Возможно, вместе они не будут смотреться. Ну, вот такая вот здесь филигранная работа. Ну, я так не играю. Что-то резкость вообще уже. Ну. Вот, филигранно сделаны лепестки. Очень сверкают камни. Она сказала, что это хрусталь горный. Ну, я верю, что это хрусталь. Что это ни фианиты, ни цирконы так не играют. Вот такая вот красивая брошь. С удовольствием буду ее носить. Я думаю, все-таки с этими сережками она будет неплохо смотреться в компании. Так, девочки, теперь что расскажу. Значит, с некоторых пор у меня есть одна знакомая. Я так у нее кое-что покупала из серебра, потом она у меня недавно кое-что купила. И мы с ней когда встретились, я увидела на ее ушах сережки. Как они мне понравились. Я ей говорю, слушай, это что такое? Она говорит, да, вот, говорит, в общем, нравится, мне ношу. Я говорю, ты этот, если вдруг они тебе разонравятся, ты мне как бы это свистнешь. Ну, вот она мне и свистнула. Сегодня я из дома по понятным причинам никуда не выходила, потому что у меня так домашние дела, тудым-сюдым. И я попросила того же самого водителя. И буквально недалеко от дома они встретились, и он забрал эти серьги. В общем, теперь эти сережки мои, девчонки. Я такая счастливая, довольная. Сейчас я вам покажу. Вот. Да что ж такое-то? Ну, это тюльпаны, это серебро с медью. Турецкие это. Ну что? Давайте так. Турецкое это изделие. Здесь какие-то натуральные камни подвешены. Они не обработанные. Это гранаты, понятно. Вот дальше что-то идет зелененькое, что-то синенькое. И что-то такое желтовато-оранжевое. По поводу камней она мне ничего, к сожалению, сказать не смогла. Единственное, сказала, что это гранат. Ну, гранат хорошо, а вот дальше не знаю. Может, вы подскажете. Видите, они не отшлифованные, эти камни. Это камни, они холодные, все. Настоящие, в смысле, камни. Возможно, имитация каких-то камней, но я не думаю. Хотя, кто его знает. Я искала в интернете эти сережки, что-то я не нашла пока. Возможно, потом найду и узнаю. Что там за камушки? Серьги опробированы. Вот здесь стоит проба. Очень красивые. Они длинные. Они такие сверкучие. Они нарядные. Я очень-очень ей благодарна за то, что, во-первых, она решила с ними расстаться. Как она могла вообще? И вот вторая сережка. И за то, что она все-таки. А еще она мне небольшую скидочку уступила мне в цене, потому что
Цена за них такая достаточно была, за сережки, ну, такая ощутимая, весомая, скажем. Она мне немножко уступила, так как мы с ней уже приятельствуем. Вот. Я ей уступила в цене, когда она у меня брала, она мне. И вот такие серьги, девочки. Это небольшие, большие, большие. Очень красивые, очень, просто очень, я считаю. Я, возможно, завтра, кстати, у Зули день рождения, у моей двоюродной сестры. Завтра мы тоже, в общем, гуляем. Возможно, завтра я их и надену. Я подумаю еще. Но мне так не терпится их надеть. Посмотрим. Возможно, я их и надену. Ну вот так, девочки. Такое коротенькое видео с такими маленькими похвастушечками, но очень весомыми, я считаю. Еще раз вот так покажу всю эту красоту. Ну все, девочки. Всех целую, всем огромный-преогромный привет. Берегите себя и своих близких. Всем пока.